Привет! Сегодня будем смотреть рисунки, которые вы нам прислали. Воу-воу, это вообще законно? Рисовать такие крутые рисунки, как это сделал Дмитрий, выполняя задание нарисовать валькирию, летящую на сове, простым карандашом. Нарисуйте максимально странное создание и придумайте ему название. И впрямь, не знаю, что страннее, само создание или его название. Я даже не могу понять, это кто? Дракон? У Рамиля точно получилось нарисовать человека с аномальным строением. Я сегодня не видел еще ничего милее, чем эта девушка-мороженка. По заданию «Нарисуйте гибрида двух любимых животных» становится понятно, что Настя просто без ума от орлов и крокодилов. Нарисовано здорово, но остается только порадоваться, что такие существа реально не летают по небу. Задание – нарисовать персонажа, который встретился с персом из другой вселенной. В ответ Никита решил устроить фантастический кроссовер вселенных Halo и Doom. Теперь захотелось в реальности поиграть в такую совместку. Нарисуйте кота, у которого белые крылья. И с этим заданием прекрасно справилась Настя. Особенно мне нравится, что перья у кота торчат даже из-под мышек. Вы тоже можете показать всем свои работы. Для этого нужно выполнять веселые задания и присылать рисунки по ссылке в описании под видео. Ну и, конечно же, можно придумывать свои задания. Вот так, веселое задание, в котором просили нарисовать чебурек, который кушает пиццу вместе со своим другом пирожком, превратилось в настоящий триллер со зверским нападением на пиццу. О, да это же голубой щенок! С тремя головами он даже милее получился. Именно так Виктория видит доброго синего цербера. Софья создала такой необычный рисунок, наполненный множеством деталей, несмотря на то, что задание было очень лаконично. Нарисуйте кота в худи, который в космосе. Если бы вам дали задание нарисовать любимого персонажа в виде героя игры Among Us, вы бы кого нарисовали? Камила выбрала вот такой вариант. Задание «Нарисуйте Шрека в виде кота» позволило Виктории создать самого милого персонажа всех времен и народов. Вы только посмотрите на этого зеленого пушистого красавца! Задание «Нарисовать Наруто в стиле Friday Night Funkin' само по себе читерство какое-то. Нельзя собирать в одном задании самые популярные вселенные. Однако Мирон успешно справился с поставленной задачей. Действительно, нарисовать Санса с банкой кетчупа в черепе – это странная просьба. Хорошо, что автор задания это понимает. Но странные задания не останавливают наших подписчиков, а только вдохновляют их на творчество. Кстати, идея поместить Наруто во вселенную кошмаров понравилась многим. Диана тоже решила попробовать свои силы. Нарисуйте себя в другом мире и придумайте, как вы там будете выглядеть. Задание открывает просто безграничные возможности для творчества, чем и воспользовалась Мария. Нарисуй огненного волка и вокруг него огненный круг. Ну что ж, кажется, Дарья полностью справилась с поставленной задачей. Огненный волк присутствует, круг вокруг него тоже на месте. Нарисуйте свое любимое мифическое животное или птицу. Как будто птицы не животные. Им же обидно. И вообще интересно, гигантская мантикора с крыльями, которую нарисовала Настя, к кому относится? Итак, задание. Нарисуйте своего оригинального персонажа и добавьте эмоций. У Софьи персонаж получился вполне оригинальным, а главное, эмоции угадываются. Я бы тоже малость удивился, увидев такое отражение. В ответ на просьбу нарисовать зомби в своем стиле, Олег прислал нам вот такую работу. Ну жуть ведь, настоящая! О, еще один котейка, отправленный в космос в одном только худи, даже без скафандра, на сей раз в исполнении Кати. В ответ на задание «Нарисуйте живой предмет» Анна прислала нам ожившую точилку для карандашей. Надеюсь, у нее хороший характер, а то как переточит всех! Нужно обладать просто фантастическим уровнем воображения, чтобы, услышав задание «Нарисуй ожившую коробку», суметь придумать сказочного единорога в цветочном поле. Здорово, что Веронике это удалось. Нарисуй любимого перса из любого фандома. Нет, это какое-то скучное задание. Все только и делают, что рисуют любимых персонажей. Но Мария не поленилась отправить нам свой вариант. Нарисуйте древесную гадюку в виде дракона. Ничего себе! Знать бы еще, как выглядит древесная гадюка. Будем надеяться, что она хоть немного похожа на этого классного рыжего дракона. Если бы вас попросили превратить любое растение в дракона, что бы вы выбрали? Я бы вот посмотрел на дракона-тыкву. Но Мария выбрала более изящный вариант и превратила в дракона цветок такка.
Мышка-сосиска лежит на коте-бутерброде. Все строго по заданию. Я думал, такое нарисовать невозможно, но у Дарьи получилось. Ну, куда ж без кошмаров? А ведь Настя всего лишь добросовестно выполняла задание нарисовать демоническое существо с телом, как у кота, и со щупальцами. Вы когда фоткаетесь, говорите «сыр». Ну вот, а сыр, когда фоткается, говорит «человек». Воплотить эту идею в жизнь получилось у Сони. Нарисуйте своего воображаемого друга. Это что, у вас серьезно есть такие воображаемые друзья, как на этом рисунке от Розалины? Надо себе тоже завести. Согласно заданию, нужно было нарисовать белку-робота с красными глазами и белоснежным корпусом. И вот вы знаете, если не вдумываться в смысл, рисунок классный, а если вдуматься, то пугающий. А тут у нас целых два задания и, соответственно, два рисунка. Для начала предложили нарисовать любимого персонажа в виде ученика Хогвартса. И Анастасия отправила учиться магии не кого-нибудь, а Санса. Ну а со вторым заданием все и так понятно. Кот-супергерой выше всяких похвал. А как вам такой паук-космос-кокунчик от Марии? Это самый милый паучок из тех, что мне доводилось видеть. Задание гласило: «Нарисуй своего питомца в виде монстра». Итак, монстра Вероника нам определенно прислала, но кто мне может объяснить, что за питомец живет у нее дома? Вы себе можете представить яйцо, которое в колготках разговаривает с одуванчиком? Я не знаю, как родилось такое задание, но Ульяна все-таки смогла нарисовать картинку, которая полностью соответствует задаче. Очень хочется уточнить у Анастасии, автора этого рисунка, это все-таки кто изображен? Сова-тигр или тигросов? Ой, милота какая! Вот не довелось бы вам увидеть такого круглого тюленя, если бы Марусе не попалось на глаза задание нарисовать своего персонажа в виде смешарика. Спанч Боб, убегающий от пельменя. Такое и в страшном сне не приснится, однако именно такой рисунок требовалось нарисовать по заданию. Восхищаюсь Ариной, которая сумела воплотить его в жизнь. По заданию нужно было взять трех любимых животных и смешать их в одно. Так, черепашку вижу, осколотля вижу, а третье кто? Неужели имелся в виду человек? Милота! Ну а что еще можно было нарисовать в ответ на задание «Ваш персонаж держит в руках кучу мягких игрушек»? Только милоту! Наверное, когда попросили нарисовать человека с аномальным строением лица и пальцев, никому даже в голову не приходило, что Ева нарисует вот такой гибрид человека и амфибии. Задача нарисовать котика, который сделал себе крылья, полетел в небо с сачком и поймал рыбку, многих ставит в ступор. Но нашим подписчикам такие задачки нипочем! Настоящая романтика. В задании просили нарисовать пару влюбленных, волка и косулю. Так что Диана очень старательно выполнила это требование. Как, по-вашему, должен выглядеть гибрид дракона и лисы? Вот Ирина посидела, порисовала, и в итоге получился вот такой необычный зверь. Еще один рисунок в ответ на задание нарисовать персонажа в виде смешарика. По-моему, он просто лапочка. Нарисуй любое животное, полностью состоящее из механизмов и шестеренок. Самое интересное, что у Саши получилось создать именно такое животное. Но больше всего мне нравится жизнерадостность этой механической лошади. Если вам попадается задание нарисовать кота в костюме вашего любимого персонажа, к этому стоит отнестись серьезно. Например, одеть бедное животное в костюм детектива Войда. Пингвин – птица? Птица. Значит, он должен летать на зиму в теплые края, как и нарисовала Лиза. А главное, все строго по заданию. Он с тремя головами и крыльями дракона. Вы можете вообразить, как динозавр жарит яишенку? У меня бы точно ничего не получилось, особенно придумать вот такого милого динозаврика с перышками на лапах. В задании попросили нарисовать гиппогрифа-единорога. То есть того, что гиппогриф сам по себе выдуманное существо, вам недостаточно. Вам нужно его еще в единорога превратить? Ну что ж, похоже, что для Людмилы нет ничего невозможного. И у нее все получилось! Очень простое и понятное задание. Нарисуйте пельмень, который убегает от апельсина. Все в порядке, каждый день такое вижу. Хорошо, что у Анны получилось нарисовать эту ужасную погоню. А вот еще один персонаж, которого Элина предлагает добавить к смешарикам. Вы знаете, смешарики в формате ужастика, возможно, будут неплохо смотреться.
Похоже, задание нарисовать кота с белыми крыльями затронуло больше всего сердец художников. Вот и Виктория не смогла пройти мимо такого задания и нарисовала крылатого котейку. Диана строго согласно заданию отправила в игру Among Us своего любимого персонажа Гаара. И еще одна древесная гадюка в виде дракона. Вопросов становится все больше. Придется после этого видео гуглить, как выглядит эта самая лесная гадюка. И закончит нашу подборку вот такой смешной котейка в худи, которого тоже отправили в космическую пустоту. А пока на этом все. Не забывайте присылать свои необычные задания и рисунки по ссылкам в описании под видео.